Я не могу никак понять, на что вам сдался мой автограф. Позвольте лучше вас обнять и повести в кинематограф. Я наряду последним там подвергну вас любовной муке, но вы вдруг закричите: «Хам, развратник, уберите руки!» А на экране в этот миг пойдет трагическая сцена. Однако ваш дурацкий крик весь пафос приземлит мгновенно. Все станет выглядеть смешно, и отомстить за крик нелепый вмиг почитатели кино сбегутся к нам толпой свирепой. Подтянутые старички, интеллигентные старухи начнут нам наносить тычки, толчки, пинки, оплеухи. Нас критики повалят с ног, сверкая яростно очками, а дамы будут тыкать в бок отточенными каблучками, стараясь тыкнуть побольней, чтоб жертва глухо застонала и наподобие кистеней бить сумками куда попало. Как два раздавленных клопа мы перестанем шевелиться, лишь после этого толпа начнет с ворчанием расходиться. Коль в помещении темно, и рядом с вами в нем мужчина, то все уже предрешено, и крик есть признак дурачины. Зачем о дружбе говорить и щеголять красивым телом, коль не желаешь подтвердить свои слова реальным делом? Как мало нужно для того, чтоб дружбе делом дать поверху, на четверть шишечки всего пустить меня в свою пещерку. Вы принесете много бед, толкуя о литературе, но голося едва поэт захочет долг отдать натуре. Корпел над фильмом режиссер и сам порой рыдал в монтажной, а выйдет просто сущий вздор, все сквернит ваш крик протяжный. Над фильмом билось много лет большая творческая группа, а вы сведете все на нет, почуяв твердь мужского щупа. Но для разнузданности всей всегда возмездие приходит. Кино — неблагостный музей, и добрячки сюда не ходят. Рукой закованной в лубок я не смогу вам дать автограф, и это будет вам урок впредь уважать кинематограф. И все ж я вас веду в кино, где превратят меня в калеку, ведь от того, что суждено, нельзя укрыться человеку.